Всем позднее утро. Сейчас поворотник не выключу. Вас приветствует видеорегистратор МИО. Здравствуй, МИО. 10:31, температура воздуха 9,5 градусов. Мне сегодня было лень вставать с утра пораньше, но зато выспался. Сейчас быстренько на море, а потом, наверное, опять на море. Я не знаю еще. Подумаем, короче, прогуляюсь по памятным местам. Давненько уже не ходил по улочкам вдоль моря. Может быть, прогуляюсь сегодня, завтра выложу эти ролики. В общем, как-то так. Дождика не было. Пока сухо, иногда солнышко пробивается. Ну, грею машину и поехали. Итак, мы на море. Опять этот парнишка в ярком комбинезончике. На море ветерок. Не очень приятный. Достаточно сильный. Летать не полетаешь, как говорится. Сосом. Чайки тоже не летают, уселись и катаются на волнах. Вот, можете увидеть. Но невзирая ни на что, есть люди, которые прогуливаются по набережной, по пляжу. Вот парочка пошла. А я вот капюшончик-то пододену. Сильный ветер. Не очень комфортно. Солнышко пытается пробиться, но пока у него не очень получается. Ох. Сидят, смотрите, 4 чайки. И тут я их согнал. Идите купайтесь. Вот такая вот погодка в Лазаревском нынче. Не скажу, что прям такая классненькая, нет. Но еще есть надежда, может быть, даже на закат. К обеду, наверное, распогодится, будет получше, потеплее. И мы пойдем прогуляемся. А может быть, и не к обеду, может, пораньше. О, в стороне Туапсе, мне кажется, все-таки тучки еще. Покажу вам набережную и домой. Вот она, такая наша набережная нынче. Не очень весело, если честно. Мне кажется, вчера вечером даже людей было побольше. Всем доброе утро. Вот уже с солнышком. И пока.